Приветствую вас на канале Фермер ТВ. Сегодня мы находимся во Фроловском районе, в хозяйстве Котельникова Александра Викторовича. И мы продолжаем нашу постоянную рубрику честных отзывов фермеров о технике, которая работает в реальных условиях. Это амичка, вот, сеял культиватор. Год по одной приобретали, потому что она наиболее дешевая. Широкополосый посев, нередковый у нее получается, прикатывает. Удобно на перегонах. Вот раньше было, до этого были старые, постоянно подшипники. Но сейчас вот с колесами, ну пока еще ни одного не меняли. Вот так стоят катки, мы вот навариваем вот эти штуковины, чтобы меньше там, если вдруг травка попадает, чтобы здесь ничего не наматывало. Цена и качество, в принципе, все то же самое делает она. Допустим, последнюю, ну мы в прошлом году мы взяли, наверное, последний агрегат, или в позапрошлом, точно не могу сказать. Метров захват. Первую уборную вот мы заказывали с круглыми дисками. Вот. Потом нам рассоветовали, сказали, что круглый, ну, мы изначально знали, что с круглыми будет лучше, но нам рассоветовали, мы попробовали и в результате пришли к мнению того, что вот эти вот вырезы, они не нужны абсолютно. Меньше забивается, меньше это, лучше идет. Три сезона на нет работали, вообще никаких нареканий не было. Метров захват. Но на этом агрегате ничего не ломалось. А на предыдущих рама лопается. Но усилию косынками делали все это. Вот. Ну и слабое место у них у всех вот подшипники, вот перед напрокатывающих роликов. Вот. А так культивируют отлично, землю разделывают хорошо. На первых культиваторах вообще, какие мы брали, колеса стояли вот здесь спереди. Вот. Мы посылали им рекламацию туда, чтобы это нам, они все сделали, как мы просили, перенесли их назад. Завод нам поменял там шланги, кое-какие стыковки, они там рвались, колеса, резина сначала стояла это 8-слойная, сейчас они стали стоять 12-слойную.